В эфире Ллойд Эдвардс с последними известиями. Сегодня вечером немецкими официальными лицами было сделано заявление по поводу убийства президента Джеймса Стивенсона. Цитирую. «Американским диссидентам необходимо наглядно продемонстрировать последствия актов неповиновения существующему режиму. Документы, обнаруженные в Белом доме, подтверждают существование под Лондонским Тауэром секретной лаборатории, в которой разрабатывается немецкое ядерное оружие». Также был обнаружен детальный план испытания супероружия. В качестве цели фигурирует Нью-Йорк. Несмотря на то, что рейхсканцлер отрицает сам факт существования бомбы, мы призываем всех американцев, проживающих в трех соседних с Нью-Йорком штатах, начать немедленную эвакуацию. Ребята, давайте быстро! Карсон, тебя сбросят на Тауэр, в то время как основная группа будет штурмовать здание парламента. Нам понадобится время, чтобы понять, что на самом деле наша цель — ядерная бомба. Таким образом мы выиграем около часа. Удачи, парни! Карсон, отряд поддержки на позиции! Готов? Пошел, пошел, пошел! Ты высадишься прямо на крыше Тауэра. Удачи, солдат!
Ли, ты американец. Ты, наверное, знаешь про бомбу? Они забрали один прототип. Он закончен и полностью функционален, ты понял? Как только я им перестану быть нужен, я покойник. Я расскажу тебе, как уничтожить оставшиеся две бомбы. Только помоги выбраться отсюда. Я буду ждать тебя у лифта. Я должен предупредить остальных. Они здесь не все по своей воле. Здесь без лифтера. Какой кошмар.